Петропавловске стартует первенство по футболу среди любителей. Организуют соревнования молодежное крыло «Жасатан» и городской отдел физкультуры и спорта. Игры пройдут на стадионе «Жастар» и футбольном поле Назарбаев интеллектуальной школы. 20 апреля закончилась регистрация участников, проведена жеребьевка. За победу будут бороться 18 команд из районов и областного центра. Уже в субботу, 23 апреля в 11 часов утра на поле встретятся команды «Спартак» и «Карасай». Завершится первенство в начале сентября. В этом году мы начинаем рано, поэтому я думаю, что не будет так, как в том году у нас «Аврал». Мы гнали там по 3-4 игры, приходилось кому-то играть в одну неделю. У нас утвержденный будет список, добавлен еще с тренеров, с тренерского штаба, потому что игр будет много.